Так, привет, народ. Это Львинес, это Континиум. Разобрался я, кстати, за счет гайдов всяких, как этой хорошей вещью пользоваться. В общем, нужен нам Matter Receiver, который принимает, Matter Transceiver, который передает, и Dealing Device, то есть это как бы телефон. Ну, есть у меня, конечно, вот такая штука. Но она телепортирует именно в общем, как бы вот этот порт, он не переносной, он только работает вот с этой его. Вот, а этот вот передает. В общем, если я где-то еще поставлю вот таких вот три штуки и их запитаю, то я смогу просто вот поставить тут, выбрать точку и переместиться туда. Также наконец-то я увидел, как это делается. Как-то я начинал на Suite Workstation, да. Так, Suite Workstation. Наверное, это сделаем пока что вот так. Так, она мешать тут не будет. Вот, и надо, наверное, закончить с этим костюмом. Кстати, я узнал, как его полностью апгрейдить. Вот, его ставим сюда. Для этого сюда мы можем засунуть 1, 2, 3, 4, 5 вот таких вот Super High Pressure Tank. И туда засунуть также Jetpack. Jetpack. Вот, для Jetpack нам надо простые Low Pressure. Low Pressure Tank, они делаются в Rolling Machine с помощью Iron Sheets. Iron Sheet. Iron Sheet делается из Iron Plate. Так, давайте начнем. Так, пишем Iron. Iron. Так, Iron Sheet это есть. Так, дальше мне надо Титан. Титан. 25 есть. Так, для титановых 5. А мне надо 2. 2 получается, ага, из одной. Так, стоп, они. Тут из 2. Мне надо еще 3. 3 это 6 титановых пластин. Так, для этого мы их закидываем сюда. Input Hatch, да, 6. И он должен их превратить в пластины. Так, Input Hatch, Input Hatch, Input Hatch. И где они есть? Что-то я не въехал. Она вообще приняла. 1, 3, 4, 5, 6. Сюда. Ага, пошла работать. Также я поставил железные банки с оксигеном, гидрогеном, то есть с кислородом, водородом и Rainforge вот такой вот с топливом. Так, ты ушло? Ушло. Так, дальше. Из 6 титановых штук мы должны сделать пластины, да? Давай. Так, он начал их делать. Ладно, пока он нам делает, мы должны еще сделать вот эти low pressure steel sheet. Так, low. Это iron sheet. Мне надо 2. Значит, так, low делается из 2. Значит, 4. 1, 2, 3, 4. Так, давайте их закинем. 4 пластины. Это у нас будет low pressure. Так, output, input. Так, 6. Ну и их закидываем вот сюда. Опять же. И должны у нас появиться эти самые такие вот баки. Насколько я понимаю. Роллинг машин, да, вот 1, 2, 3. Так, это мы сюда закидываем. Также получаем low pressure. С помощью этих машинок мы можем
Так, иди сюда. Или ты сюда пойдешь? Так, low pressure. И у нас раз, два, три, четыре. Где еще? Штука. Где еще? Один. А, вот он. Так. Ну, я почему-то летаю все равно. Вместо того, чтобы ходить. Так. Jetpack. Это есть. Вот этих два надо. Так, а, есть. Так, Jetpack. Апгрейживаем по полной наш вот этот вот, где он, костюмчик. Так, пихаем сюда, где мой костюм? Или он уже тут? А, он уже тут. Так, пихаем вот этих 4-5 баллонов, самые мощные. И Jetpack, это, по-моему, full set. Да, вот, space. Дальше в ботинке мы можем поставить только вот такую штуку. Для этого Advanced Circuit и Control Circuit. Так, Advanced Circuit. Это у нас такая штука. Так, Advanced Circuit. Basic. Так, из чего он делается? Advanced Circuit. Silicon Wafer. Это просто разрезанная штука. Плюс блок редстоуна и блок золота. Силикон вафер. Так. Силикон вафер. Блок. Так, редстоун и золото. Так, насколько я понимаю, это делается все вот в этой штуке. Так, где у нас тут input hatch? Так, давайте две сделаем сразу же, чтобы не мучиться. Так. Это раз, два. Так, значит, вручную только. А, это output. А мне надо input. Это сюда, это сюда, это сюда. Должна пойти работать. Так, на ботинке надо перо и laser bots. Так, Фезер там как-то и ботс. Так. Боцы. Боцы. Ну, посмотрим. Может, примет. Если не примет, то тогда как она там делает, называется? Имджерки. Чему из ин лазер. Лестер. Да. Так, раз, два, три, четыре. Угу. Имкинс ботс. Как нам получить ботс? Ботс. Так, из такой. Химический реактор. Эти мы получаем из воска. Так, блин. Раз, два, три, четыре. Так, я и забыл, что у нас тут как бы необыкновенная штука. Готово. Ну, на всякий случай возьмем. Так, там у нас должно было получиться два Advanced Circuit. Rocketry. Рокетери. Так, ботс. Эти получить мой кутинг машин. Кутинг машин это у меня тут. Input hatch. Давай пили. Так, это есть, есть. А, control circuit board. У меня его тут нету. Control circuit add. Control circuit board. Вот эту вот штуку надо. Есть. Так, каких-то уже там пластинит. Так, ты тут должна была уже напилить. 4. Так, и это все собирается в процессинг ассемблер. Значит, тут. Так, одна микросхема. Это и это. Пойдет? Нет, не пойдет. Надо лазер. Так, с этим мы закончили. Дальше. Мне надо будет
вот таких вот, это Bionic Legs, штаны, спейсут. Так, максимум сюда можно сунуть 4 вот таких вот апгрейда. Я что-то сомневаюсь, что мне 4 надо. Падает ботс. Так, давайте апгрейдим ботинки. Так, вот у меня есть ботинки. Эта штука, она защищает... Это как бы фалин... Как ты там? Фалин... Фалин... Ну, короче, от падения. Так, этот мы прокачали. Теперь мне надо вот эту вот штуку. Так. А разница в чем? Control Circuit и Motor. Я что-то не очень понял. Ну, да ладно. Раз не надо, то не надо. Так, мотора. Так, катушек нету. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Давайте уж делать то по полной, наверное. Три. Чего не хватает? Так, для мотора нам не хватает стил. Так, 4 мотора. 4. Дальше нам надо таких... так, control. Так, чего там? Iron plates. 2. Так, иди сюда. 3, 4. Так, и сделать такие апгрейды. Ну, пишет, что так можно. Ну, ладно. Так-то так, мне-то что, я-то не против. Пошла делаться. Так, тут что у нас стоит? Тут у нас штаны. Штана стоять будет. Так, один есть, Bionic Upgrade. Второй. Так, раз у нас это делается, дальше смотрим, что нам надо на шапочку. Шапочка, вот она, на Space Helmet. Так, раз, два. Вот еще два. Тинг-тинг. Вот, хорошо, что есть у кого-нибудь посмотреть, как это все делается, а не мучиться с этими модами. Так, теперь шапочка. На шапку мы можем засунуть 4 апгрейда. Значит, Anti-Fog Sensor, Control Circuit, Small Battery, Advanced Circuit и Basic Lens. Так, идем выполнять то, что они там хотят. Так. Для этого нам надо линза. Есть. Дальше Small Battery. Small Battery, говорю. На. Так, батарейка. Один штука. Дальше это есть циркуит. Циркуит. Есть в этой штуке. Я, моя так понимает. Так, Advanced Circuit, Basic. Так, пошла она делать. Дальше нам там надо вот этот вот атмосфера анализатор. Tin Plate, Advanced, интерфейс. Такой вот у меня был где-то. Атмосфера анализатор. Так, батарейка я выкину, да? Бат. Батарейка есть. Так, а ты что тут делаешь, Добл? Давай разряжаем. Так и не так работай. Ты должна отдавать энергию. У меня с энергией тут проблемы. Так. Тинплейт. Ладно, посмотрим. Может, все... А, понятно. Так, это есть. Микросхема есть. Так, кстати, титан можно выкинуть. Вроде бы как монитор есть. Advanced микросхема. Так, линза. Линза, опять же, вот она. Дайте линзу. И еще пятый компонент. Это тинплейт. Тинплейт есть. Так, эту штуку мы закидываем в ассемблер. Так, 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 давай делайся. И вот эти очки, анти, там чего-то там очки.
Так, что тебе нравится? Input hatch. Атмосферы, энергия, precision, RCM. А как тебя собрать, если у тебя input hatch, output hatch, power input plug. Так, интересно, как его это самое. Раз, два, три. Чего-то не хватает. Батарейки. У него не хватает слотов. Или тут надо два input hatch. Так, а input hatch у меня есть. Float open, float input. Так, что-то я не въехал, ну да ладно. Так, что мы положили? Antifox sensor. Ладно, надо вот эти вот еще грибы. Так, это control и... Ага, diamond. Так, control circuit у меня есть. Так, вот эти две штуки. Ладно, если что, потом добавим. Redstone и redstone. Так, вот эту вот штуку, как всегда, надо. Тут она нужна, тут тоже, естественно, нужна. Так, тут Redstone и Redstone Torch. Redstone. Redstone Torch. Готово. А тут алмаз и Fire Charger. И diamond. Diamond. 14 диамондов осталось. Ну, в принципе, можно еще так вот сделать. Это нам увеличить даймонды плюс 10 тут. Ну, ладно, достаются. Так, раз, два. Не один надо, не столько много. Так. Мне надо раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, раз, два, три, четыре. Так, две микросхемы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, все есть. Давайте сделаем input hatch. Насчет этого я так и не понял, почему оно не работает. Так. Это с Advance, это вот это, да? Значит, микросхема, это так, две не надо. И что там еще вот это? Вот это пошла работать. Output hatch. Так, это она приняла. И теперь вот это. Простая, это. Пошла работать. Flying sensor. Ага, тут, наверное, надо... Так, и вот еще один ховер-сенсор. Я так думаю, наверное, сюда надо два input-хача поставить. Просто маловато одного получается. Так, и Rocket Uploader, Rocket... Нет, он не тут. Input-хач. Вот такая... Хренатень, да? Вот это машин кейсинг. Так, вот это вот тут. Input hatch. И... Так, это у нас output precision assembler. Давайте посмотрим, можно ли туда поставить два input hatch. Precision Assembler Machine. Чунг. Ага, можно. Хорошо. Так, тогда мы эту штуку ломаем временно. Вот, и ставим еще один input hatch. Чпок. Собралось. Теперича.
Это и так, не сюда, вот сюда. И монитор. И чего? Так, basic, это precision assembler. Как у тебя input hatch, advanced rocketry. Атмосферы. Так, advanced circuit small. Этот самый tin plate user interface basic линза. Small батареи, tin plate, advanced circuit, линза, user interface. Может что-то одно сюда, другое сюда. Штука работай, блин. А, его еще включить надо. А, пошло. Да, иногда приборы работают лучше, когда их включаешь. Так, машину это убираем. Давай, работай. Так, теперь мне надо капсулы. Капсулы обычно у меня тут хранятся. Так, 38 маловато будет. Компрессирован. Это экстрактор. Так, а тут нет у меня ничего лишнего. Давай, выгружай. Ну, 56, 59, 63, хватит. Я думаю, мне этого хватит. Так, это мне ничего не надо. Мне не надо ничего. Так, атмосферы анализатор. Так, это мы уже все одели. Так, теперь, значит, насчет, так, это что у нас? Liquid гидроген. Ага, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, двадцать. Так, ликвид, оксиген. Не видно, где он там собирает. 10. 32 может какие-нибудь набрать. 32. А тут не то. И тут 32. Ну, если что, потом сольем. 31, 30, 32, я говорю. В смысле? А, у тебя столько нету? Ну да ладно. Так, теперь у меня пад стоит тут. Вот это вот все снимат. Это вот все одеват. Вот, у меня, как видите, появился интерфейс. Заходим сюда. И даем ему оксиген, кислород. Он нас заправляет. Видите, бак рисует. Так, значит, за один раз заходит только 16. Нет, больше не ходишь, только 16. Оксиген. Я тебе дал 16. Ну, видите, бак получается. Так, тогда гидроген цел. Тин-тин-тин. Это нам надо для полетов, насколько я знаю. Так, куда-то он его мне зарядил. Так вот. Теперь я могу. Нет, я не могу. Мне надо настроить option. Control. Так. Advanced. Move rocking down, move rocking open, rotate left, rotate Настроить надо, да? Атмосфера, RSC какая-то хрень, да? Давайте. Нет, black splash у меня чем-то занят, да? А этот занят. А, что тут такого? А этот сплаш занят. Ну, давайте 4 будет numberpad и 5. Да. Так.
5. Сижу, мотор включился, я летаю. И 4. А что такое 4, я даже не знаю. Так, как-то там должно быть еще controls. Как-то advanced circuitry. Rotate. Rocket GUI. Move, rotate. Toddly RC5. Toddly Jetpack. А, что-то я вспомнил, что там была проблема, как пацан объяснял, что с Numberlock'ом это не работает. Сейчас вот только вспомнил. Toddly Jetpack. У нас будет вот это. Toddly RSC5. Ну, допустим, L занято. Допустим, это. Black Space. Что у нас под Black... Там этот... L Control. Black Splash. Which Minima Present. Escape, не надо. Блин, надо будет поотрубать всякую, всякое ненужное LBC. Так, вроде бы сейчас не должна ни с кем конфликтовать. Advanced Repertory, вот. Done. Так, и вроде бы как-то чик-чик вам. Так, она включается. А как врубить этот самый ключ? Так, давайте пойдем посмотрим, как это летает. Ну, летает. А, ну, в принципе, у нас же ботинки противоударные. Так что ничего. Как-то можно ховер-мод врубить, но как это делается, я не помню. Так, ладно. И пришло время раз... Так, и, кстати, его, по-моему, можно юзать. Так, наверное, нельзя сделать, да? Юзать. Space Suit как-то можно еще что-то там сделать с ним. А, башку. Башку переплавить. Ботинки юзать. Юзать. Где-то я видел, что его с ним химикал реактор. Что-то переделать как-то можно. Ясно, идем поспим. Так, защита у него небольшая. А интересно, он... может, он нечаянно... Может, они нечаянно как бы чаруются, а? Как вы думаете? А вот вдруг бах и чаруется. Нет, она не чаруется. Ну ладно. Тогда мы это все пока что снимаем, одеваем. Так куда ты одевайся? Вот это. Вот. И что, можем попробовать. Так, что у нас тут по энергии? Энергия ползет вверх. Да, вот, уменьшил вот это вот. На 20 поднял, и она более-менее эффективно работает. Так, а как у нас, кстати, забор энергии? Так, энергия нормально. Так, что у нас по этой штуке? Ух ты ж! Мать честная, сколько у вас тут? Так, мне надо его апгрейдить до золотого, наверное. Или поставить advanced ящик какой-нибудь. Так, у нас есть мод, вот он, мод. Интересно, как эти ящики делаются, вот они. Obsidian chest. Кристалл блок и large, ясно. Как он там у нас по батюшке зовется? Так, крате. Край. Так, medium storage. Это какой? Medium. Мы его можем до large. Large, это надо кристаллы. Такие вот.
Так. Ларч, говоришь, да? Это вот надо вот это сделать. Нет, значит, надо уголь превратить в ларч. Ну, в такую вот. Вот. Так, что мы из этого можем сделать? Usage. Laser Relay Modification. Range Controller. Даже не знаю, что такое. Coffee Maker. Ага. Все, да? Так, и обновить вот эту штуку. Мне их надо 4. Раз, два, три, 4. Так, их мне надо сделать из них эти мимимишные такие, мигающие. А где они? Где эти блоки мигающие? Вот они. Провод Void Block Crystal. Так. Для этого мне надо флинт, чаркол, черный краситель и стон. Так, стон. Стон это было. Раз, два, три, 4. И инк. Инксак. Раз, два, три, 4. Так, эти мы пока сбросим. Надеюсь, я про них не забуду. Это сбросить можно. Тоже сбросить, золото сбросить, ботинки, это все мы положим на место. Так, это пока не надо, это тоже не надо. Так, этих четыре, и что там еще надо? Флинт и чаркол. Так, флинта тоже 4. Раз, два, три, 4. И чаркол. Чаркола, где дофига у меня... Я знаю, взять. Так, иди сюда, мы тебя разбираем. Ладно, пригодись. Тинк. Так, импровод. Тебе сюда. Так, раз, два, три, 4. Тебе сюда. Тебе сюда. Тебе сюда. Тебе сюда. Так, ты тут уже сама справишься. Наверное, ракеты займет следующую серию, я так думаю. Тем более, мне она еще как бы... В смысле? А, только сейчас про это самое. Так, чаркол у меня тут должен быть. Ну... Нифига себе, это долго ведется. Так, хотя вот я там видел тоже схему. Так, видел схему. Так, есть у меня Redstone порт. Факторы, реактор Redstone порт. Также вот увидел пацана схему. Так что я думаю повторить. Так. Так. Redstone Port. Redstone Port. Вот он. Реактор Redstone Port. Redstone Clock. Где ты? Реактор Redstone Clock. Так, один есть. Так, ты там у нас готов? Блин. Где там должно быть? Во. Так, 4 есть. Тогда делаем, как он называется, скратер. Кратер. Вот, большой кратер. Так, идем туда, поставим вот эту крату. Кстати, давайте посмотрим, насколько он огромный. Ну, неплохо, неплохо. С этим, наверное, не маленький. А тебя тут поставить можно? Ты будешь сюда подавать? Large storage.
Так, идите сюда, все ресурсы. Так, давайте сделаем. Чё ты летаешь, блин? Вот так. Тебя, тебя, тебе, тебе, тебе. И мы тут забираем. Так. Так, увеличивается. Хорошо. Это мы все забираем, свое, честно, нажитое. Так, ты только тут, по-моему, лишний, да? Окей. И по пути идем сюда. Так, он там работает. Конечно, было бы легче тпшиться. Так, тебе, 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 тебе. Вроде бы все скинул. Это не надо, это не надо, это не надо. Так, редстон порт я делал, да? Что у нас есть из Red? Есть какие-нибудь, ну, кроме редстона, тоже ничего нету, да? Юзач. У нас провода вообще есть какие-нибудь редстоновские? Передающие. Так, есть красная катушка. Но она так себе такая, она муторная схема там. Я так и не разобрался. Я видел, как там для нее надо вот эти делать, коннекторы. Короче, ну ее к лешему. Ладно, короче. Я знаю, видел, как там чувак делал, поэтому. Блин, я вот да, повторюха, муха пока что. Подождите, реактор, наверное, надо выключить. Деактивирую, вот. Отсюда убираем два блока. Вот, видите, как сделано. Кто не видел, так, сюда. И где он там? Так, реактор, соберись. Соберись, тряпка, работай. Вот. Так, тут у нас опыт энергии. Когда 20, сколько там, 10% реактора, то он так. Так, мне надо тут бильберду набрать, чтобы видеть. Можем настроить input одри реактор, output foil mix. Так. Output энергия в мод проценты. Активы here above. Below. Above. Когда. Так, как-то вот так это должно быть. Выглядит примерно think. Think. Активный, когда у тебя. Меньше 10. Так. А тут set from signal coming. Так, и теперь у нас получается, когда он меньше 10%, что-то там. Ну, с этим надо будет поиграться, да? Можно настроить даже этот. Можно настроить эту штуку. Set from signal. Нет, наверное, это. Hell above, когда меньше, по-моему, 10%, активно, когда меньше 10%, когда больше. Надо будет тут, короче, поиграться, чтобы когда он больше, я хочу, когда он полный, чтобы он отключал его. Так, актив в above 90% кумин. Variable 90%.
Он его отключил. Ага. А если я поставлю тут перебелевку мид, он запустился. Так, сейчас он до 90, наверное, добежит. Можно врубить полную мощь. Убрать нахрен эти вот. Подняться должна до дырки. Ладно, подожду. Да, она сработала. Набрала 90% и отрубила. Сейчас, по идее, если будет падать. Ну ладно, этим я уже поиграю за кадром. По-моему, что-то тут неправильно сделал. Вот он. В следующий раз, наверное, Advance Rocketry. В следующий раз будем делать Launchpad. Concentrate Tile. Launchpad, говорите, да? Я, может, могу сделать так. У меня концентрата нет. Концентрат. Это с водой что-то делается, да? Этой хрени у меня много. Так, концентрат, говорите. Вот вам сладж. Сладж. 25 штук мне надо. 25. Так, концентрат. И вода. Букет. Два ведры. У меня только два ведры, да? Сомневаюсь, что только два. Ну ладно. Вот еще и вот еще. Так, три ведры. Где у меня ватер? Раз, два, три. Так. И вот это вот сюда. Концентрат 8. А, так мне должно хватить 16. 5, 5, 25. 24 и 32. Вот, концентрат готов. Эти бацки-то и сюда. Так, это мы выкидываем. И это тоже, честно, выкидываем. Так, раз, два, три, четыре. Так. 4, 25 и плюс телевышка. 8. Не то. Так. Ага. Смало. Давайте 64. Что это? Во. Раз, два, 16. Так. Где у нас будет космодром? Откуда мы летать будем? Наверное, отсюда. Так. Ну, так-то некрасиво копать. Так, где моя желтая штука? Я, как всегда, куда-то положил и не нашел. Так, вот она. Желтая моя хрень. Так, берем наша биг-лопата. Где она, биг-лопата? Это вообще какая-нибудь лопата у меня есть с собой. О. Ну хотя бы это. Так, 5 на 5. Раз, два, три, четыре. 5. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 5. Ну, ящик, конечно, тут не в тему, но да ладно. Так, может, я неправильно делаю, но фиг его знает. Так, мне надо поближе к энергии. Так, 5, лаунчпад. Так. Ну, так красиво вроде бы. Так, посередине ставим вот это вот. От него зависит высота ракеты. Значит так, двигатель. Раз, два...
Три. Это кабина. Еще раз два. Раз, два. Вот. Это сколько у нас? Раз, два, три. Ну, какая мне разница? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, шесть. Раз, два, три. Еще три штуки поставить. Так, три. Раз, два, три. Да ладно, четыре. Дольше сканировать будет. Так, саму как бы площадку мы построили. Осталось сделать, ну, как бы, всю аппаратуру вот для этого штука. И сможем уже пробовать лететь в космос. Не знаю, если меня туда пустят, я как бы по этим самым, по... Блин, что у меня так батарейка садится? Не успеваешь, только и делаю, что заряжаю. Что у меня так этот жрет, что ли? 400 РФ тик. Блин, так энергии не напасешься. В общем, вот такая штука. На сегодня подготовили костюм. Нас ожидает изготовление не ME контроллер. Вот, по идее, надо двигатели Flight to the Moon и Space Base. Не знаю, что это такое. Ну, я видел, как это все делается, поэтому надеюсь, тут надо фьюжены. Вроде бы все можем сделать. Двигатели изично делаются. Вот эти вот тоже. Это Green Wool. Потом какой-то там Space Elevator Force Foil Project. Так, Microwave Receiver. Можно сделать солярные панели. Кстати, попробовать. Солярная панель. А это что такое? Соляр генератор. Solar панели. Ну ладно, это будет в следующую серию. Вот, сегодня более-менее так, более все подготовил, насколько я понял. Вот. Попробуем полетать по Луне. Вот. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Меня еще ждет очень всего много. Ой, очень много. Мне же надо будет вот этот ME контроллер. А почему я остановился? ME ME. МЕ. Вот он. Так, делается он тут. Импровит кристаллы. Можем сделать... Ай! Угу. Все, понятно. Незер Стар. А сколько у меня скулов? Скулов 16. 16 это 5 визоров. Ну, надо будет поубивать. Кстати, мне надо газ тиры. Ой, что такое? Биом черши мод. Так, это орф сканер. Этих чуваков нет. Ладно, спасибо. Пока. Я, как всегда, увлекаюсь.